Друзья, привет! Саша Иванов, канал «Живу на земле». Лето, тепло, сейчас где-то ближе к 6 часам вечера, и я хочу пойти половить окуней. Я не могу сказать, что я буду это делать на спиннинг, потому что пользоваться я буду фидерным удилищем. Не надо мне там писать «купи себе нормальный спиннинг», там «сам себе купи спиннинг», у меня все есть. Как обычно, кажется, что рыба стоит где-то очень далеко, дальше, чем мы можем до нее добросить. И сегодня я буду пользоваться трехметровый фидер, пикер, волжанку Optima 3 метра, который у меня есть, в принципе, я его и по назначению тоже использую. И сейчас покажу, в общем-то, как все это будет происходить. Я надеюсь, что удастся поймать такого хорошего, красивого, большого, полосатого окуня. Первый раз с таким безобразием я столкнулся несколько лет назад, когда увидел человека, который ловит жереха с помощью тоже пикерного удилища. Но это не обязательно должна быть волжанка вообще. Так вот, я с ним разговаривал, и он говорит, что ему больше всего, ну, наиболее удобно было ловить вот этим удилищем пикерным, нежели какими-то спиннингами. Конечно, может быть, там в диапазоне там больших цен есть спиннинги специальные для таких дел. Ну, наверняка они существуют. Ну, когда есть желание ловить рыбу, то ловишь уже тем, в принципе, что у тебя имеется. И вот у меня вот это трехметровое удилище. На отводном поводке я поставил грузик 16 грамм. Я уже ловил таким образом. И я хочу достаточно большую приманку забрасывать далеко. Это Lucky John Tioga в размере 2,9 дюйма. Трехдюймовая приманка на хорошего окуня. Потому что если вы хотите ловить трехдюймового окуня, то нужно ставить поменьше резину. Катушку буду использовать Цуриною NA4000. Ссылки можете посмотреть, она есть и из Китая я заказывал, и в России есть магазин с гарантией. Все под видео в описании. Я пробовал сюда ставить свою спиннинговую катушку размером 2500, маленько баланс теряется. Палка хоть и легкая, она там чуть больше 200 грамм. Работа отводным поводком подразумевает угол 45 градусов примерно. И с 4000-ной катушкой как-то наиболее комфортно все это происходит. Ничего там, руки не устают, все вообще отлично. А бросать мне нужно далеко, потому что здесь основное русло находится где-то, ну, как бы от 40 метров и дальше оно. По оборотам катушки я смотрел вот этой цуриной, на 80 оборотов легко я бросаю. Я думаю, что это где-то в районе 65 метров, и это то, что надо. Когда становится жарко и вода прогревается, окунь уходит на дальнюю дистанцию. Когда становится холодно и вода остывает, окунь уходит на дальнюю дистанцию. Что такое с этим окунем? Он постоянно где-то вдалеке. И поэтому хочется его ловить там, где он есть. Именно на дальнем забросе, именно хорошими такими крупными приманками. Если поставить приманку поменьше, то вот как раз там, вот я говорил, на 65 метров то я бросал, это у меня там 2,4 дюйма стояла Tioga, либо я еще ловлю такими слагами там в районе 2,5-2,9 дюйма бесхвостыми. Ну, сегодня я хочу предложить ему именно такую эту хвостатую резиночку, надеюсь, что он на нее отреагирует. Ну и прибрежную зону также, конечно, буду пробивать, не буду игнорировать. Не хочет сегодня крупный окунь есть крупную резину. Видно, слишком жарко. В то, что нет рыбы, я не верю. Где-то она точно есть. Ставлю вот такую 2,4. Это самый маленький размер, который у меня есть. Раньше я двоечками ловил. На них хорошо ловится, но попадаются вот такие окуньки. И вот 2,4. Это и буду охучивать дальше. Ветер стих. Можно подальше теперь забросить. Отлично. Вот там наверняка самый окунь.
Дожил до каких-то злых каменюк вообще. И тут первая поклевка, и вот он. Стало вечереть. И наконец-то на 2,4 тиогу, но похоже нормальный. Да, неплохой. Лакушарик. Давай. Все-таки большую приманку не захотел он сегодня. Вот она, рыбалка на фидер. Да, можно все-таки там и побольше будет поставить, если он здесь стоит. Но сейчас посмотрим. На приличном расстоянии от берега вряд ли такой окушок стоял, там один. Там наверняка есть стая. Я оставлю вот эту приманку, с которой я вообще планировал сегодня ловить. Это тиога 2,9 дюйма. И хочу выцепить каких-то крупных особей из этой стаи. Сейчас будем делать попытки. На дальнем забросе. Какой-то не очень дальний заброс, но трехдюймовую резинину не так-то просто прокинуть спиннингом, даже фидером. Давай. Чудо-окунь, давай. Опа, есть. Красавчик, на 2,9 дюйма. Похоже, не крупный. Но совсем-то мелкий не может клюнуть на такую резину. Вообще, он просто ее слупил. Просто ее целиком заел. Блядь. Ага. Рыбалка началась, ребята. Главное не терять надежду. Потому что мужик на лодке, там к нему другой подплывал. Они разговаривали, он говорит, там 6 часов утра ни одной поклевки. Говорит, а вчера по 300, по 400 грамм попадались. Ну, я унывать не стал, думаю, все равно он на природе, тут классно. Думаю, я еще половлю. И вот я ловлю. И он вроде бы как начинает ловиться. Два раза сейчас зацепил, а отцепил только один раз. Перевязался опять на, ну, поводок у меня уже связанный был. Перевязался опять, в общем, на 2,4 дюйма. Царь окуня. На крупную резину выудить не удалось. Сейчас будем пробовать его все-таки на поменьше резину. Какое глубокое место. И бровка каменная, прям подъем такой вообще. Ну, обычно, если на дне ни за что не цепляется груз, то и рыбы нет. А в таких зацепистых местах она, рыбка, держится, нравится ей. Опа! Я его даже еще раз просеку. Блин, вывалился клеверти, представляете? На подсечке. Ну это вообще не мешает. Давай. Тоже нормальный. Круто. Ну это, конечно, не царь окунь. Ну, хороший, кормовой, съедобный. Это я его плохо вставил, похоже. Или что это такое-то? И да, сегодня погода не совсем окуневая. Ну, или место не очень. Или и то, и другое. Или я что-то не понял. Но так, неплохие рыбки. Три окушка поеду со мной. В морозилку дожидаться, когда остальная стая к ним придет, и я их тогда почищу и пожарю и съем. Хорошая погода для того, чтобы пребывать на реке, и не самая хорошая погода для того, чтобы рыба ловилась. Ну так всегда какой-то компромисс.
Ну вот, смысл, в принципе, этого видео в том, я хотел донести, что оснастку с отводным поводком вы можете привязать даже к телескопической удочке или к какому-то любому там спиннингу, там, к донке даже привязать. И когда окунь более-менее активен, он хорошо ловится. А так вот, благодаря фидерному удилищу, если взять еще вообще удочку там, ну, удилище длиной 3,9, можно там за облака ей швырять. Спасибо за просмотр. С вами был Саша Иванов. Канал «Живу на земле». До новых встреч. Пока. Надо было просечь получше. Все-таки шат работает. Ух ты, еще больше. О, блин. Вот это покруче. Вообще гораздо круче. Это просто какой-то слон. Просто слоняра. Вот это слоник. У елки-палки. Вот тебе и отводной поводок.